Немногочисленные одесситы у городского совета требовали пересмотреть законопроект 4142, который предусматривает принудительную вакцинацию населения Украины. Предлагаемые нормы, в частности, гарантируют получение образования, право на труд и выезда за границу лишь при наличии всех прививок по календарю вакцинации. Люди этим возмущены и считают такую инициативу нарушением своих конституционных прав. В изначальном проекте нас возмутило то, что вакцинация фактически была позиционирована как доступ к социальным благам, доступ к учебе в любой форме, доступ к образованию в любой форме, доступ к работе, доступ к выезду за границу и так далее. При этом значительно расширялся список прививок. Если сегодня их 6 обязательных, то должно было быть 11. Законопроектом предлагалось, что человек по умолчанию согласен, в том числе и представитель ребенка, и вакцинацию можно проводить без подписания каких-либо бумаг, без сдачи. Если человек не согласен, он должен был позаботиться об этом и заранее дать необходимый документ. Вот такие положения, конечно, они, безусловно, очень ограничивали бы права людей. Родители против того, чтобы детям делали прививки без их согласия. Ведет к тому глобальной оцифровке. Мне кажется, что будут регистрироваться те дети, которые не имеют прививок, и они будут как-то потом использоваться, потому что мы видим, что планомерно это все ведется, и были недавно приняты законы про трансплантацию органов и медицинские вмешательства, если вообще будут проводиться без согласия кого бы то ни было, и будет в полной мере работать ювенальная юстиция, делается для того, чтобы обеспечить здоровье и долголетие правящей элите. К слову, почему митингующие выбрали именно Думскую площадь для сбора, внятного ответа получить не удалось. Ни мэрия, ни обл. Администрация, ни облсовет разработки законопроектов участия не принимают.